Так, ну, собственно, привет, ребят, всем. И добро пожаловать. Надеюсь, слышно и видно все нормально. Если что, в процессе еще настроим звук. Вы там скажете. Ну что ж, пора возвращаться в Fire Emblem и добивать то, что осталось. Правда, пока мы были немного на перерыве от Fire Emblem, появились все DLC, так сказать, появился большой сюжетный аддон, который нам обещали когда-то. И, собственно, вот он. В дополнительной менюшке Side Story. И, собственно, давайте начнем с того, что посмотрим, что он из себя представляет. Потому что после его прохождения мы сможем завербовать персонажей из этого аддона в основной сюжетке. Так что перед тем, как будем проходить остальные две, разберемся с ним. Так. Что там у нас по чатику? Так, понятно. Ну что ж, тогда погнали. По какой-то причине только два уровня сложности, а третьего нету. Ну ладно. Классический, само собой. Так. Я сам еще не смотрел и не знаю, что здесь происходит, но вроде бы события то ли параллельно основной сюжетке, то ли что-то, или альтернативная линия, как с остальными. Так, нам предлагают выбрать, с кого играть, но будем играть за Закуна. Уже в следующей именно основной сюжетке в игре попробуем затянку. А пока что будем придерживаться. Так. Да, все правильно. Нет, не хочу. Ну, погнали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Пепельные тени. Четвертый дом. В 185 имперском году строительство Грагмаха было завершено. Святая Сейрос провела священный ритуал в честь этого события. Четыре святых, известных как четыре апостола, привели в спокойствие место для выполнения ритуала. Они излили свои святые сущности в чашу начала, подарок от самой богини, в надежде на ее второе пришествие. Увы, обряд восхождения не удался. Неся вину за провал ритуала, четыре апостола покинули монастырь, почти исчезнув с лица земли. Первый обосновался в пышном лесу гор Адрасти. Второй пересек клыки Фолдена и обосновался на соленых берегах океана. Третий направился к горам и исчез под их высокими вершинами. А четвертый исчез в тени города, нетронутого дневным светом. Утерянная история о легендах о четырех апостолах и жертвах на Батской чаше остались только легенды и богиня, которая так и не вернулась. Так, прошу прощения. Извините за вторжение. Так, надеюсь, звук нормально, наверное, тиховато. Так, будем настраивать в процессе. Я, гокоумчуни, тайхен мошиаки аримасен. Ле но кен ницуйте гохоукоку га гозаимаште. Пожалуйста, простите за беспокойство, госпожа Рея, но у меня есть отчет, который вы просили. Камаимасен йо, Аруиси. Не беспокойся, Алоис. Так уж вышло, что сейчас я ничем не занята, поэтому давай, продолжай, пожалуйста. Окей. О, отлично. Ну тогда...
А что это за книга у вас там? これは年代記です。 ガルグマク大修道院の創建以来 995年の歴史が記されています。 Так, я не понял, сейчас звук нормальный или нет? Или игру погромче? Окей. Сделаем так, скажете. Это хроника, что охватывает 995 лет с момента завершения строительства монастыря Грагмаха. Звучит как хорошее чтиво. ここに記録を残すことも歴代の大司教に受け継がれてきた務めの一つ。ведение цирковых записей одна из обязанностей, возложенная на всех архиепископов, включая меня. かつて聖者セイロスは英雄戦争の終結後大修道院の造営に着手したと言いますが。 В нем говорится, что святая Сейрос приказала построить монастырь после окончания войны героев. Это редкий и ценный текст. Потому что большинство документов той эпохи были утеряны во времени. Понимаю. Помимо времени, мы также потеряли очень много книг в том массовом пожаре 21 год назад. Действительно, то, что когда-то было хорошо задокументировано, теперь существует только в этой хронике. 大修道院の落成式典の様子。 И в последнюю очередь это касается церемонии. Посвящение завершению монастыря. О, 私も落成時期は知っておりますが、それ以上のことは存じ上げておりませんな。 Интересно. Я признаю, что я знаю год, когда это случилось, но ничего сверх этого. К сожалению, это и следовало ожидать. Согласно этой хронике, обряд восхождения совершался во время церемонии. Целью было в том, чтобы воззвать к возрождению богини. Обряд, ритуал восхождения. Не могу сказать, что когда-либо слышал об этом. Меня это не удивляет. Должно быть бесчисленное множество записей, документирующий этот важный ритуал. Однако сегодня все, что у нас осталось, это фрагменты забытых воспоминаний и наше собственное воображение. Ясно одно. Они страстно желали возвращения богини. Ноа, Шубарие, Тимоте, Обан. 4人の使徒と共に儀式を執り行ったこと. Понятно. Святая Сейрос проводила ритуал вместе с 4 апостолами. Ноа, Швели, Тимофеем и Абином или Абеном. そしてその儀式は実を結ばず、主は戻られなかったということだけです。 Однако это не принесло плодов, так как богиня не вернулась в этот мир. Так и написано.
Я никогда раньше не слышал о четырех апостолах. Они отличаются от четырех святых, верно? Совершенно верно. Сегодня почти не существует записей о четырех апостолах. Их имена живут только в именах их гербов. Но родословные, несущие эти знаки прошлого, были потеряны. Любое более глубокое знание об апостолах исчезли с грандиозной сцены истории. Что ж, это интересно. Значит ли это, что они же все-таки где-то есть за кулисами? В каком-то смысле вполне возможно, что их родословная сохранилась в тайне. И, возможно, оно материализировалось там, где никто даже не думал смотреть, искать. Я не собираюсь устраивать столь длинную лекцию по этому поводу. Пожалуйста, расскажи мне свой отчет, Алоис. Это касается так, под землей или под поле? В чем вопрос? Это касается подполья, не так ли? Совершенно точно, все так, как вы и подозревали. Последнее время в районе под Грагмахом произошло несколько инцидентов. Ну да, теперь вот понятно после следующей фразы, что имелось в виду именно под землей Грагмаха, именно под ним. Ну, что-то от контекста. Клауд. Клауд, ты уверен, что... Еще нет. Вы уверены, что подозрительного человека, который вы заметили, прошел вот здесь? Скажу, что это действительно немного похоже на проход, не так ли? Если это, конечно, мне только не приснилось во время лунатизма, то не должно быть никакой ошибки в том, что я видел. Никогда не думал, что скажу подобное, но я верю в рассказ Клауда. На самом деле, это мне кое-что напоминает. Я слышал рассказы о бесчисленных проходах. Замещающиеся под Грагмахом. Это, несомненно, скорее всего, один из них. Возможно и так. Но в любом случае неизвестно, куда он ведет. Действительно, вы правы. Неизвестно, что мы сможем найти там. Страшную опасность, злых созданий, отвратительный запах.
Риск слишком велик, ваше высочество. Я смиренно настаиваю, чтобы вы подождали здесь, где-нибудь в безопасности, от неприятного запаха. Вокруг приятного запаха. Клод Лапочка, как всегда, да. А тем временем мы с учителем выследим этого бандита. Еще нет. Выследим этого человека, похожего на бандита. И если мы не вернемся, сделайте мне одолжение и позовите рыцарей, хорошо? Мачинасай. Сонна каттега юрусарелу хазума най дешо. Так, этого достаточно. Как будто мы позволим принять это решение самостоятельно. Вторидео кикеньо. Ваташтачи му икува. Имея так мало информации, это слишком опасно. Мы пойдем вместе. Верно, Димитрий? Да, конечно. Если это действительно был вор, мы не можем позволить ему уйти безнаказанно. Учитывая, что произошло во время обряда возрождения богини, бдительность имеет первостепенное значение. Ага, тогда понятно, когда происходит событие плюс-минус. Ладно, ну тогда пойдемте с нами, если вы настаиваете. Но потом не приходите и не плачьтесь мне, если мы встретим ужасную судьбу. Договорились? Взаимно. Ладно. Нет смысла терять время. Давайте отправимся уже. И есть ли еще кто-то, кого мы могли бы позвать? Так, это выбор за мной. Ей. Нас четырех должно быть достаточно. ХЗ. Нам стоит взять с собой больше союзников. На всякий случай. Может быть, нам стоит предупредить рыцарей? Так. Мартин, спасибо за поддержку. И спасибо, что смотришь. Что скажете, 1, 2 или 3? Ну, ребята, напоминаю. Варианты, собственно, выбираем вместе. Вы пишите цифры в чате. 1, 2, 3, как бы, сверху вниз. 2-2-2. Понятно. Да, это прекрасная идея. Хотя в настоящее время я боюсь, что лишь несколько наших одноклассников еще не спят. Опа. Так, Хильда Норм, окей. А вот остальные, ну ладно. Чё бы нет. О, вы только посмотрите. Что все это значит, профессор? А вы вместе с тремя лидерами домов решили куда-то прокрасться по ночам, что ли? Это все выглядит довольно сомнительно, если вы меня спросите. Оргию хотим устроить. Это определенно редкое и неожиданное зрелище. Особенно учитывая, какое сейчас время. Похоже, впереди тут куча всякого должно произойти. Ладно, я возвращаюсь в постельку.
通りがかった不運を嘆きなさい。あ、ну стоять, Линхард. Ваше невезение – это наше счастье, это наше везение. Так что вы пойдете с нами. Косоли 交代したってダメだぜ、ヒルダ。ちょっと手を貸してくれ。Хильда, можешь даже не думать о том, как выбраться из этой ситуации. Нам твоя помощь не помешала. Ашиму, таноме. И тебя тоже это касается, Эш. Я объясню все по дороге. Да, мочерон дес. Бок тачи мо чудо, джикан о мотеямаштеита токоро датта ноде. Да мы с радостью поможем. В этот час нам больше нечем заняться, так что мы вполне можем присоединиться. Сыманай на. Дева, коно 7 нин де нюке ана ни хайро. Каманай на. Мы вам очень благодарны за это. А теперь давайте отправимся в путь. Готовы, профессор? Ма, нигияка на ному варюк най ка. Ну, чем больше, тем веселее, я полагаю. До нару яра. Ну, будем лишь надеяться, что мы все не идем навстречу нашей гибели. Да. なあ、ユリス。俺たちがここであくびを噛み殺してる意味はあんのかね？Эх, Юри, а ты жёзык. Так повтори мне ещё разочек. Почему ты подвергаешь меня этой разрушительной скуке? Ками коросете не зо. Так, сонна ни хима нара, оре га хито шоубу цукиатте яттемо ии га? Хватит зевать. Балтус, если тебе действительно так скучно, мы всегда можем сделать дружеское пари. Спасибо, но не надо, приятель. У меня и так в кармане пусто. И последнее, что мне нужно, это чтобы я имел еще один должок, который не смогу выплатить. あったかかったら喜んでばらまくじゃん、バルト。конечно, Балта. Как будто ты мог отказаться. 手持ち無沙汰なら、頭を働かせていればよいのですわ。Бугага. Как забавно.Что вы ссоритесь ради моего развлечения. Вы только представьте себе весь мой всепоглощающийся... Просто представьте себе мой всепоглощающий ужас, если бы я застряла бы здесь без такого рода развлечений.働かせる頭はハピもないし、ユリーとコニーに任せて。На Хаппи рассчитывать не надо. Я ставлю разговоры Юри и Коко. Босс. どうした？ずいぶん早く戻ってきたな。何か地上で動きでも。Уже вернулись, да? Вы заметили какие-нибудь движения на поверхности? お頭の指示通り、数奇鏡の会合を探ってきたんだが。Ну вообще там можно было поменять, ну ладно. Ну я искал.И собирал кардиналов, как вы, собственно, и просили. Но проблема в том, что меня заметили какие-то чудаки. Они погнались за мной и все такое. Какие-то чудаки, вы говорите?Да уж.
Как же это полезно. Это не были рыцари, верно? Да не знаю, их было всего лишь несколько, но держу пари, что они были вооружены до зубов. С такими скудными цифрами я сомневаюсь, что они... собираются направиться в бездну. Скорее всего, они приняли тебя за какого-то... злодея. И если они поймают тебя, то, скорее всего, запрут где-нибудь. Ну что ж, наконец-то немного действия. Давайте сначала найдем их. Ну и... избиваем их. Да подожди, Балтазар. Балтазар, ладно. Это довольно невежественно. Бросаться с головой в беду. Тебе тоже хочется подраться, разве не так? Ты ждала возможности испытать свою блестящую новую магию. Ну, закону с поверхности здесь... не действует. Это дает нам свободу немного повеселиться с ними. Они, вероятно, не рыцари, но наши новые друзья определенно работают на церковь. Эй, вам лучше не бросать меня тут! Интересная группа. Салаш, что за бред? Можно еще как? Есть очень много игр, где перевели как надо. Сохранение. Кажется, что это место нечто большее, чем просто какой-то проход. Тут определенно есть свидетельство того, что люди живут. Люди, живущие под Крагмахом? Кстати, мой брат рассказывал мне такие истории еще, когда он учился в академии. Ну, значит, Хольст тоже учился в академии. Конечно. Тогда ходили тонны слухов о том, что происходит под Крагмахом. Что-то о... куча проходов и домов под городом. И то, что все, кто населяет это место... супер тенистые парни. Люди. Абису? Супер подозрительные люди, так лучше. И у них также было довольно пугающее имя. Как это там было? По-моему, они называли себя Бездной. Сонотори! Когоа Гаргмак но чино сого. Абис да. Да, девчонка с розовыми хвостиками в точку попала. Добро пожаловать в бездну, незнакомца. Дарда! Назовите себя. Это форма? Добро пожаловать, любопытные студенты офицерской академии. Что привело таких прекрасных и возвышающихся на поверхности обитателей в нашу обитель? Да мы просто выслеживали кое-кого, кто
кто крался вокруг монастыря. Наши дела, что мы тут имеем, вас не касается. Вы собираетесь нам... нас пропустить? Можно я ее уже повешу? Такое снисхождение просто недопустимо. Ваши слова могут обмануть дурака. Но меня так легко не обманешь. Я Констанца фон Нювел. И я разгадаю ваши истинные намерения. Вы здесь по приказу церкви, которая безжалостно замышляет уничтожить обитателей бездны. Вы думаете, что церковь хочет вас уничтожить? Вы думаете, что мы пришли тут для того, чтобы навредить вам? Аж со звоном, да. Ой, господи. Да уж, смех Констанции, мне кажется... Ну, понятно, кому-то это нравится, я рад за вас. Мне он тоже не то, что не нравится, но просто он вызывает испанский стыд. Так. Она сказала Нуэвель? Да мне все равно, что за причина стоит за дракой. В меню просто у нас есть драка. И я уже готов к пиршеству. Ну что ж, давайте перейдем к делу, хорошо? Судя по ним, держу пари, что они довольно опытные бойцы. Я не думаю, что это мудрое решение. Да, я думаю о том же самом. Пришло время сделать стратегическое отступление. Что? Уже уходите? Но знаете, вы меня сделаете очень печальным из-за такого поступка. Ну так что вы хотите сделать? Все здесь присутствующие изголодались по удовольствию. Они жаждут хорошей драки. Вы только посмотрите. Безупречный пример внезапного нападения. Это не ваши заурядные головорезы. Ой, Кродо, кансин している場合か? Коко ва оре тачи де топпаку о хираканеба. Клод, сейчас не время быть впечатленным нашими врагами. Мы должны немедленно найти выход. Мат, Кродо? Постой, Клод? Рейган Коушакке но атараши чакши га. Типа... новоиспеченный наследник дома Ридина? Я? Хто чигай даро? Кроудо нанте Фодора жа мезурашику мо най но. То я? То нет. Я не тот парень. Клод, это распространенное имя в Фолдене. Просто сейчас оно действительно пользуется очень большой популярностью у всех мам. Соре косо текитоуни гимэй де цукау яцу мо иру курай на. И помимо прочего, это также популярное имя для фальшивых имен. Оно довольно солидное. Но и универсальное прозвище, насколько вы знаете. Да, только в этом году в академию поступил только один Клод. И похоже, это ты. Откуда вы вообще это знаете?
つはとんだ行幸だぜ。Ты только что выдал себя, приятель. Похоже, удача наконец-то повернулась ко мне лицом. Итак, ваш выбор таков. Несомненно. Выстроиться в очереди, дабы быть избитыми на всю жизнь. Или позволит нам запереть вас, как хороших мальчиках и девочках, которыми вы, несомненно, являетесь. Я понять не имею, что происходит в головах этих ребят, но похоже, что драка обязательно. И в значительной степени это моя вина. Кстати, на Востоке есть поговорка о том, что нужно бороться с пламенем. Кажется, это касается нынешней ситуации как раз. Ну, наконец-то, давайте уже сделаем это. Я готов встретиться лицом к лицу с всемогущим королем Граплинга. Приготовьтесь встретиться лицом к лицу с всемогущим королем Граплинга. Почему я не могу избавиться от ощущения, что я знаю этого дикаря? Окей. Интересные личности. Очень интересно. Многообещающий. Ну да. Так, сейчас, секунду. Так. Да ладно, сейчас надерем им задницы, возьмем их в свои цепи, скажем так. Да. Интересная пати мне дали. Необычная немного. Так, а чё по предметам-то? Понятно, особо выбора нету. Ну, короче, вперед тут делать особо. А, нет, стоп, я же могу зайти. Да, могу. О, 10 тысяч золотых мне еще дали. Отлично. Вот это доброта. Подумать только. Так, у нас железный. Thank you.
У Эдельгард есть тоже стальной. Короче, стоит всем серебряный взять. Джавелин. Так, ладно, немного затарились. Вперед. Погнали. Кеккёку, омае тачи ва нани моно нан да? Соре га вакаранай мама яйба о мажиэру тою но мо. Кто вы вообще такие? Мне кажется, неправильно скрещать клинки с теми, кого даже не знаю. Кимажиме сугите ката корисо. Демо, ма, осиете агеру ё, Барто га. Неужели так больно будет воспринимать себя более серьезно? Ну, ответить на этот вопрос может только Би Балтер. Чё я-то? Да ладно. Мы пепельные волки. Мы тайный четвертый дом в бездне. Поверхностный мир повернулся к нам спиной. И мы сделали то же самое в ответ. Спина к спине, как говорится. Понятно. Четвертый дом невозможно. Тем не менее, нам сейчас нужно сосредоточиться на битве, что перед нами. Ой, сражаться здесь будет довольно тяжеловато. Тут довольно темно. Действительно похоже на отличное место, чтобы вздремнуть. Замки на этих воротах выглядят очень сложными. Должен быть какой-нибудь другой выход. Ну, да, должен, понятно. Отправим Ферди, то есть Мишу. Блин. Привык, что у нас Федя на лошади. Ничего не случилось. Что мы делаем не так? Думаю, лучше спросить, что вы делаете правильно. Только мы можем управлять ими.
Окей. Ладно. Блин, не достает. Один хп, вы серьезно? А, нет. Звук нормально, не громковатая игра. Нормально, окей. Первая битва с одним хп. Ну да, не, ну это не может быть. Блин, все на нее устремятся. Окей. Это было быстро. Так. Итак. Давай, Димитрий. Да. Привыкнуть к новым будет не так легко и быстро. Давай. Опа, готов, красава. Нет, они не все надобятся. К сожалению. Хотя или к счастью, точно. О, блин, а что-то он довольно жестко отнимет хп. Меньшего не ожидал. У него тоже реликвии. Давай, идите сюда и попробуйте на вкус мои кулаки. Я не буду сдерживаться. Так что вам лучше тоже. Эти кулаки набиты годами сдерживаемого негодования. Пора дать волю чувствам. В смысле, Салар? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну да. Как ты видишь, да? Ну теперь.
Готов. いい勝負ができた。Нет, Салар. なかなか骨のある連中だな。面白い。А у тебя есть мужество. Как минимум это я признаю. Хе. А вы что думали, мы тут в игрушки что ли играем? Сорванцы, блин. Блин, один хп останется. Ну ладно. По-любому он с одного удара его побьет. Отлично. Остальные что, сами не хотите идти, да? Так, ну тут вот хаппи. О, господи. А, все. Остальные комнаты нет? Ну ладно. Стоит слишком. Ой. Готово. Следующий. Если подумать, есть более простой способ справиться с этим. Что это было? Нет, это не могло быть призывающее заклинание. Стерва. Да куда? Алло. Ну ладно. Да. К черту это говно, я пошла отсюда. Сами разбирайтесь. Блеск. Мне она уже нравится. Знаете, она немного на Микки смахивает. Она какая-то сонная постоянно как раз.
быстрее бы Эдельгард перемещалась бы, было вообще отлично, но уже. Ририк, возможно. Все возможно. Особенно здесь. Целим. Ну, отлично. Блин. Лучше подождать его здесь, потому что там еще эти... Падла. Ассасины. Ассасины, это плохо. О, есть? Есть. Давай, крит! Блин. Да. Не знаю, на что я надеялся. Вот ты сиди там. Отлично. Просто отлично. Ладно, не так уж и плохо. Лишь один. Эй! Блин, 57%. 44. 94. Салат, нормально. Сойдет все. Блин. Мне же, по идее, должны были дать еще один ход. Ну ладно. Так, минус. Вау,
А Эдельгард я забыл, пусть там сидит. Пока что. Она меня достанет оттуда? Ладно. Готов. Сегива, давай, да. Она, кстати, что за класс? まで来てなんだけど、ハッピー戦うの嫌いなんだよね。Неужели уже слишком поздно отступаться от этой борьбы? Хаппи не хочет причинять боль. 痛いし、面倒くさいし。仕方ない。Но в данном случае, думаю, что никак этого не избежать.Еще мощнее. Стерва. Ну, для Хильды это норма. Окей. Асеразу татакао. Ваташи но чикара, мисете агеру. Чотто, сумитай ин деску. А, класс, ее еще дебафнули, я неплохо. Бочи-бочи угоха. What the? Эй, мы так не договаривались. Вам следовало быть осторожнее. Черт, я так знал, что что-то не так. Да. О, отлично. Красава. Блин, если маг, нет, не достанет. Слишком далеко. Ой, да Эдельгард сейчас их всех положит тут как раз плюнуть. С
Слышь, ты куда устремился? Нет, ты пойдешь сюда. Ну, я же сказал. Недалеко сейчас покажет истинную женскую силу. Легко. Правда, ее не могу перенести никак, ладно. Кирикомка. Блин, можно как-то сагрить лишь одного? Никак. Это так скучно. Хаппи возвращается домой. С этим разбираться. Ну, Хаппи вернется домой, а мы пойдем к ней домой и возьмем ее. Это не проблема. Вы не обращайте внимания на то, что пишут в тексте Хаппи. Там, как вы видите, многие моменты не соответствуют реальности. Сюда. Тот маг меня очень сильно покоцает. Ладно, лучше подожду еще один ход. Отлично, Хильда, красава. Хильда, ты у нас танк сегодня, так что отрабатывай. Не совсем так, ладно. Она сделает первый ход, по идее. Бля. Тут непонятно точно. Когда будем проходить сюжетку за Клауда, Хильда не будет варваром. Отлично.
Салар, неважно, мы сделаем так, чтобы ей не нравилось. Мы заботимся обо всем. Не-не, драконий наездник тоже нет. Нет, нет. Драконы не нужны. Посмотрим, поживем, увидим. Вилден, да мне пофиг. Как будто это имеет для меня значение. Ну, знаешь, я сделаю так, как я хочу. Мне игра дает этот выбор. Почему я должен делать что-то в соответствии с каким-то странным гайдом? Я не хочу. Почему? Это моя игра. Я буду делать персонажей тех, точнее, буду давать персам те классы, которые я хочу. Посмотрим, что получится в результате. Как с предыдущей сюжеткой. Вроде бы все было отлично. Блин, это для Клода опасно туда, потому что его точно похоронят. Ничего себе. Ноги к приманим. Серьезно? Ну ладно. Сагру. Лежать. Идем до конца.
Есть. Отлично. Эльгард поближе. Готов. Ну, бросаться вот так вперед там не стоит, учитывая, что... О, тварь. Ну ладно, иди сюда, Констанция. Мы готовы тебя встретить. Нет, лучше его потом. Это не стоит стольких агрить. Разберемся сначала с ней. Отлично. Шкано онна надо то микубитте иру то итай ме ни аймасу ва ё. Недооценивайте обитателей бездны. Это плохо кончится для вас. Трепещите от страха перед моей магической мощью, Бугага. Ой, как же хочется ее связать. Так. Посмотрим. О, отлично. Давай, Хильда. Отлично. Красава. Не, ну, Салар, кляп, да, тоже, наверное, понадобится. Дело не в том, что я потеряла... Дело не в том, что я... потерпела поражение, а в том, что я временно отстранена от дел. Да. Не, персонажи классные тут. Хочется узнать их поближе. Ну и мы их узнаем, само собой. Они никуда не денутся. О, отлично, я могу мага... Блин, там еще один маг. О, нет, не проблема. Не хватает немного. Есть, красавец! Молодца, молодца. Сколько там? 666? Не, ну красавец, красавец. Нуар, что-то типа этого. Ну, тогда встанем туда лучше. Так, кто остался? Эдельгард. Опа! Стоп, я не заметил его.
Так, Юру надо валить быстро. И по идее у нас миссия закончится. Так, Аш и Берни. Два тащера. Ова! Да Юра у нас... Как называют таких парней? Любит... Ладно. Лучше не надо. Просто как бы... У него очень женская внешность. Ой, господи. Называли. Это тоже. Ладно. А что, если сделать так? О, отлично. Блин, хит 100%, 21. Что у меня там? А, есть еще дофига. Еще есть, еще есть. О. А? Омай, арека. Ронадо Кио но ёши ни натта тэ ю. Я тебя знаю. А, ты приемный сын лорда Ронадо. Разве не так? Верно. Так, стоп, подожди. Я тебя тоже узнаю. Ты приемный сын графа Роу. Я не знаю, как ты оказался здесь. Но твой дом, без сомнения, беспокоится о тебе очень сильно. Давай отвезем тебя домой, окей? Чёда, анна е ни модору ки нанте не ё. Соре ори. Ты действительно думаешь, что я предпочел бы вернуться туда? Лучше быть поосторожнее, а то ты можешь потерять конечность или свою жизнь. Так, что тут у нас? Какие-то потерявшиеся дети, что спотыкается в темноте? Подождите немного, хорошо? Как кое-что ты айтанда? Отагай, таношиманакя сондаро? Будет печально, если мы не повеселимся немного друг с другом, пока у нас есть такая возможность. Понимаете? Да-да, понимаю. Держи. О, фак! Блюдок. Бочи-бочи, угока. Тогда мы сделаем вот так. Повеселились, да? Абису ни аши о хуми ирета но мо нани ка но секкак. Заку га. С этим будет не так легко. Он уворачивается как царь. Ну, теперь не увернется.
Отлично. Оваттака. Димыч затащил. Возможно, я немного увлекся. Готово. Тащер, я. Ничего себе, 30 камней. Так, можно с уверенностью сказать, что мы выиграли этот раунд, не так ли? Это, как тебя там звали? Балтон? Бальтазар, да. Зовут меня Балтазар. Я не часто проигрываю. Но, по крайней мере... Я признаю то, что у нас тут. Бальтазар. Бальтазар. Так. Бар... Балтас. Балтазар. Барни! Адарбари штукено! Стоп. Послышалось? Барни! Адарбари штукено! Да. О, ты из дома Альбериха? Альберихта? Братик Балти, не так ли? Ха. Ты выглядишь таким старым. Постой, мы знакомы? Так, стоп, подожди. Эти волосы, эти глаза, этот голос. Не могу поверить. Хильда? Младшая сестра Хольста? Я чувствую тут немного халтурки. Ну да ладно. Давайте тут сделаем небольшой перерыв. И продолжение следует.